паразиты, паразитам рознь. А дутловатое лицо и вот странная тебя, улыбка. Вот тебя жена паразитом обзывала? Обзывала. Дустом же не сыпала? А, вот так вот. Не слушай Малышеву. Дедушке рассказываю первые признаки паразитов в организме. Зуд на теле, ага. Одутловатое лицо и странная улыбка. Непроизвольная. Да. Сильно. Одутловатое. Это продолжение лица. Зуда-то нету. Как это нету? Ну, как это нету? Сейчас проверим. Что, щекотки перестал бояться? Конечно. Совсем оборзел. Совсем оборзел. Ты же не паразит. Как это нет? Ты что? А ты, кстати, посмотрел фильм-то? Нет. Шикарный фильм-то на самом деле. С таким отвращением в конце ты этот фильм смотришь. Шикарный фильм. Ух ты. Это как, знаешь, Мордания. Называется «Как запальчик». Я повешен шпаной на заборе. Я дворовый актер, каждый день новой роли. Ну что ж, раз у них такая игра, плевать, ведь больно мне было только вчера. Не видеть тепла, ни пить и не жрать. Веревка на шее тоже мура. Я мертв, а больно мне было только вчера. Только вчера. Александра, тебя надо прямо как часть шоу возить с нами уже. Да, как чтобы...